rigore incredibile dove trovarli, parte terza. Durante una partita della seconda divisione russa, un calciatore del Nefis Kazan ha sbalordito tutti, a partire dal telecronista, tirando un rigore in una maniera quantomeno insolita. Norik Avadlian ha preso la palla e, dopo una rincorsa, ha dato vita a una capriola dopo aver calciato. Portiere spezzato e rete, per un rigore davvero incredibile. Вот еще раз этот эпизод. Вау! Ну просто демон. Просто демон. Он это отрабатывает на тренировках, он это использовал в игре и в официальных матчах в том числе. И он принес это с собой в медийку. Тут ведь главное не прыгнуть сальто. Если ты умеешь это делать, для тебя это большой проблемой не станет. Главное... Понимаю, что сильным удар не получится, что бить ты будешь, скорее всего, с носка и очень аккуратно обмануть вратаря. Перед...